люди. А пока для тех, кто не знает. У нас в городе существует творческое объединение «Оазис», число которому я принадлежу. Существуем мы уже 6 лет. Руководитель Оксана Рачкуля, которая вот буквально представляла меня только что. Занимаемся мы чем? Мы любим авторскую песню. У нас, помимо всего прочего, еще как-то образовался совершенно случайно театр песни 2 года назад. Вот. И нам это направление очень нравится. Мы поставили несколько спектаклей музыкальных. И людям они понравились. Мы их ставили не однажды, получается. Так что по просьбе зрителей мы их повторяли. «Таверну», по-моему, 3 раза повторяли, а «19 лет» повторяли 2 раза. Вот сейчас на пути новых открытий. И поскольку у нас уже все сели, можно продолжать, да? И еще одна песня, написанная тоже давно. Я ее называю «На краю». Будто крылья.